За его плечами более 30 лет научной и педагогической деятельности. Владимир Коровин – военный историк, доктор наук и профессор. Он написал более 450 трудов, статьи, монографии, учебные пособия и сборники. Все они объединены одним – безграничной любовью к малой родине. Владимир Викторович родился в семье железнодорожников, рано потерял отца. После его трагической гибели мама одна воспитывала двух сыновей и научила их трудиться и никогда не сдаваться. Воспитание – основа основ, разумеется. То, что в семье заложено, заложено на генетическом уровне, заложено вот в те счастливые на сегодняшний день моменты общения, в большей степени с мамой, да, потому что от отца остались самые там эпизодические воспоминания, да, общение с ним. Это заложило вот тот самый стержень, да, любовь к труду прежде всего. Интерес к истории привили уже в школе, но особенную роль в судьбе Владимира Коровина сыграл руководитель юношеского клуба по туризму и краеведению «Гренада» Алексей Макарский. Он стал наставником и маяком для будущего ученого. Мы все время ходили в походы. Ну, как летом у нас был большой поход какой-нибудь, или водный, или в горах, на Кавказе, в Карпатах. А осень и весну мы ходили по партизанским тропам или по местам Великой Отечественной войны. То есть он все внимательно изучал. Вот он очень любил с ветеранами встречаться, поговорить, пообщаться. Но все это наверняка записывалось. Вот пошли мы по партизанским тропам. Вдруг позвонил мне учитель 15-й школы. Это я буду сейчас рассказывать. Приходите, посмотрите, какой стенд мы сделали о партизанах в музее 15-й школы. Кто его делал? Коровин, мальчик. Партизанское движение, кстати, стало темой кандидатской Владимира Коровина 24 года назад. Сегодня уже доктор наук, он делится с детьми и молодежью опытом, любовью, знаниями и энергией. Заражает, да, своим позитивом, своей активностью. Вот. И мы постоянно с ребятами шутим. Если нас Владимир Викторович куда-то приглашает, вот думаем там на час, на два, в итоге это часов на пять. Поблагодарить, выразить почтение и поздравить наставника и соратника Васеевку пришли друзья и коллеги Владимира Коровина. И не случайно, именно в этих стенах ученый не раз презентовал результаты своих кропотливых трудов. Владимир, спасибо вам. Я говорю от лица всех, наверное, молодого поколения, и я бы сказала, от лица ваших учеников. Спасибо вам большое за ваш труд. Вы по крупинкам собираете те исторические факты, вы открываете для нас такие новые вещи, которые, наверное, никогда бы не прочитал ни в одной книге, а все делаете вы. За большой вклад в развитие исторической культуры региона имениннику вручили благодарственное письмо и наградили его орденом за заслуги Общероссийской общественной организации ветеранов органов внутренних дел. Надежда Польшикова, Сергей Малеев. События дня.